Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, играем сегодня в таком вот формате. И у нас есть выходной день, и у нас 5 битв эпических. И у нас здесь противники сразу такие довольно некислые. 18-19, но у нас есть кем сражаться, давайте будем сражаться. Вот я блюшечку качнул на один уровень, она у меня была 16-я, пусть будет пока что 17-я. И во-во-во, нужно кого брать, вот этих вот ребят нужно брать. Аллосинозавр, это must have. Да, надо было покопаться, у кого еще у нас есть удары сквозь броню. У Рекса. Рекс там может быть еще неплох. Давайте вот начнем с блюшки. Она полюбасу будет шустрее. Так, 131. Ну да, она совсем чуточку уступает. Так, у тебя что? Очищение себя. Ну, он сейчас сразу, наверное, воспользуется. Нет, он долгую защиту поставил. Я думаю, мы можем ответить тем же. Ну, блюшка одного должна завалить. Гацептерикс 50%. Нормально. Так, а сколько это у нас длится удар? Два хода. Ну, давайте его ослабим. Удар с очищением, да. Снижение скорости. Так, раз у нас прошло снижение скорости, думаю, время замениться. Он подменился, и я подменился. Так, но он быстрее. Ну, как бы, кого это колышет, правда ведь? Пробиваем. Ну, аллосинозавр против птерчия, ну это просто... Просто огонь. И крепкий, и удары 2. Ну, ты говоришь, у Тирекса Джен 2, да, по-моему, еще-таки. Надо вообще-то по хищникам можно было пробежаться. Посмотреть. Ну, надо будет это сделать, потому что у нас уже много боев, где участвуют птерозавры. Ну, особенно сейчас башни идут постоянно. Так, ну давай, 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 давай. Ух ты, а видели, стрелочки внизу проходили? Я думал, это сейчас крит будет. Нет, не крит, но паралич. Успеет подмениться? Нет. Не успел. Да, подмена идет. А, ему не надо было подменяться. Ясно. Это был наш первый бой. Так, ну 500 это такое дело. Блин, они там крепкие это конкретно идут. Ребята. Давайте вот так как-то попробуем. Хотя, наверное, блюшка здесь сейчас не актуальна, потому что у нас, мы знаем, что противники только птерозавры, они всегда медленнее будут, чем блюшка. Так что, в принципе... Можно брать, точнее, чем велоцираптор, но и чем блюшка, потому можно брать блюшку, у нее все-таки броня есть. Сейчас мы двушечку с него снимем. Да он нам ответит просто не кисло. О, 20-х, ух, я вспомнил, что как мы сражались с 30-ми. .732, блин, он нас пробивает. О, давайте возьмем вот Трагодисиса, посмотрим, что у него тут по ударам. Давно им не сражался. Так, контратака, да, вроде есть? Да, есть контратака. Так, ну, Джунгариптера нужно дымажить. 1100, ну да, такой двойной урон как-то не шибко крепкий. Больно, больно, больно. О, ну у нас есть паралич, отлично. Паралич сработал, значит, что нужно делать? Блин, ну три хилса, это обидно. Ладно, я думал подмениться на раптора, но раз три хилса, то пусть будет так. Еще раз? А почему у него паралич?
наступила. Ну-ка, подождите. Не понял, почему он до сих пор сидел. Так, джунга. Какая у нас скорость? 124, не кисло. У нас нет удара, подожди, сколько это паралич? На один ход, я что-то не понял, почему он... Два хода вроде бы под параличом. Ну, мне такой бонус устраивает. Так, тысячоночку мы заработали, идем дальше. Так, а уровень-то растет уже который день, как говорится. Так. Ну, а Алангозавра нужно брать всегда с собой, я думаю, он как бы... Он бы такой решало, если вдруг стало плохо, вызывайте Алангозавра. Давайте начнем с монастыря Топса. Хотя, наверное, не стоило сейчас нейтрализацию использовать, она нам пригодится. Тыщеночка по нам прилетела, это довольно больно. Нейтрализация хотя бы одинарная тоже сойдет. Вот, смотрите, он опять сидит дальше. Что это значит? Почему они два хода как будто бы парализованы? Дальше сидит. Это что происходит? Что-то как-то птерозавр странно реагирует на паралич. Не понял я этого. Ну на тебе еще паралич. Не сработал. Так, еще косарик с нас снял. Но сейчас мы будем бить с очищением. Я думаю, он попытается подмениться. Нет? Ну как раз, нам все равно нужно 1000 пробивать. Отлично. Манасти Готопс тоже неплохо заходит. Но с параличом какой-то явно глюк, ребята. Если вы знаете, напишите в комментариях, что там с параличом-то. И Аланочки нам насыпали. Так, ну еще два боя. Индоминуса. Стоит ли брать Индоминуса? Давайте попробуем. Давайте с него начнем. Аланка. Она будет, скорее всего, дымажить сейчас двойным уроном. Потому... Да, вот стрелочки, прикольно, когда какой-то суперудар применяется. Ну давай, уклонись. Ну хоть разок. Молодец. Похвально. Так, ну Гацептерикс это 50%. Блин, ну пол жизни снимем, наверное. Ну, половина это лучше, чем подмениться на Аланку, чтобы вообще просрать такой удар. Обидно, да? Выжил. Подменится сейчас. Аланка, блин, сильный удар в никуда. Это ж надо было именно на нее попасть. Уклонился, ничего себе, неужто ли шанс уклонения как-то стал повеселей? Давай, опять ты, ну... Ай,
Тут бы и слабого удара хватило. Так, а кто третий? Ну, минус 1000. Минус 1500, ого. На тебе такое. А, птеранодон. Но птеранодону сейчас будет очень больно. Но он пробьет на следующий ход, если выживет, если крита не будет. Есть крит, ха-ха. Индоминус тоже может тащить. Ну, он тоже 20 уровень, кстати, да. Он же у нас на уровне с нашими птерычами. Ну, третий раз не уклониться. Это уже будет наглость с его стороны. Уклонился. Представляете себе? Ну, подменяться тебе не на кого, дружище. Хана тебе. Блин, длительная непобедимость. Это на 2 хода, ребята. Ну ладно, ладно, пробивай, пробивай тогда. Потрать свой самый сильный удар. И... у нас есть тот, кто нейтрализует это все дело. Если вдруг что. Так, это 1000. Ну, еще много осталось. Блин, сейчас двойной урон прилетит, да? На тебе паралич. Минус 1000. Ну, па, я понял, почему 1000. У нас броня снимала урон. О, и крит, это шикардос. Так, ну ничего так. Хамы птерычи разбираем. Так, вот тебя возьмем. Вот тебя, вот тебя. И... ой, ну и давайте его возьмем. Он, кстати, шустрый, да? Давай начнем с него, пожалуй. Блин, не посмотрел, у него там Аланка была в комплекте. Там должна была быть Аланка и два... а, гибрид здесь, ёшкин ты кот. Вот гад. Вот это, блин, жесть, да? Реально, им нужно сразу, вот не, удар непобедимость есть. Классная тема, ну ладно, давайте паралич. Может сработает как-то на 2 хода, как было раньше. Нет, смотрите, ушел паралич. Сейчас опять подменится, конечно же. Так, а это у нас было что? Непобедимость на 2 хода у нас, кстати, тоже. А, блин, нет, это, короче, какая-то дичь. Надо выбивать эту Аланку хотя бы, потому что они задолбали меня. Сейчас мы выпустим свое секретное оружие. Паралич применю, вот как только. Ну, мы ходим почти по 2 раза из-за того, что он подменяется. Ладно, двойной урон. А-а-а, опять непобедимость, да чтоб вам было... вот эти два. Два товарища просто задолбали. Время их немножко прокусить. Щит. Иди в баню. Ты тоже иди в баню. Давай, пробей ее. Пробей сходу. Нифига, не уйдешь. Подмена заблокирована.
Тут до свидания. Так. Двойной урон, то есть полторушку может пробить. Но ничего, ничего, мы сейчас ответим тем же. О, а чё так мало? Чё так мало-то, а? Сейчас же пробьет. Ах, крит, хорошо прошел. Мы шустрее. Сейчас снимем с него это усиление. А то модный. Думаешь, что он тут нас сейчас накажет? Нифига. Мы уже нашли подход к вашим птерозавричьим штучкам. Так, и этот целёхенький, да, небось? Не, уже не целёхенький. Есть у нас паралич специально для тебя, дорогой. А, крит, это божественно. Но паралич не прошел, да? У него сейчас удар будет с непобедимостью. На тебе очищение. Блин, чуточку не хватило. Это тебя не спасет. У него нет замедляющих ударов, а у нас есть очищающий. Победа. Ну, в общем-то, все довольно легко прошло, несмотря на то, что они более высокого уровня, вот эти вот 16-й монастырь готов, против них отлично заходит. Как в Jurassic World The Game. Травоядные сильны против птерозавров. Поражение 0. И давайте нам супер-пупер награду. 11 тысяч монет. 5 тысяч кицекаатли, арамбургериана и аланочки. А, еще есть даже кто-то. И птерч. Птеранодонич. Вот. Ой, что-то я разыкался, ребятки. Так, что еще? Что я тут еще наловил? Ну вот, два таких, одно такое. Что-то мне кажется больше. Больше мне попадалось капсул с приманкой, но эпических пока что не было. На этом все, ребятки. До скорых встреч.